я закончил 9 классов, и я решил вывести диплом, потому что у меня то есть, вопрос возникает к учителям, некоторые из которых, ну, скажем, директор школы Бобков, были в комиссиях. У меня возникает вопрос, как они после этого могут смотреть в глаза своим ученикам, как они на уроках могут говорить, что вы всегда должны быть честными по жизни, как они могут такие ценности нам прививать, после того, как они сами так нагло врут. Я повесил на стенку последние дипломы, что у меня были. Это диплом хорошиста о окончании класса, и это диплом о школьной олимпиаде по английскому языку. Да.